у Гаверны почти весь состав этот был. Тоже, который сам говорит, у них всегда особая мотивация. Четвертая мотивация. Cu siguranță, de 10 ori mai mare decât cea din dintr-un meci. Уверен, что в 10 раз больше мотивация будет, чем при простой, при другой игре с нами у них. Ca și când am jucat cu Dinamo. Că как бы мы играем с Динамо. Dacă sunt acolo, sunt viitorul lui Динамо. Vor fi jucători care vor înlocui pe cei care pleacă. Надеется, что когда-то. Да, чем матч тем лучше. Ведь из Динамо эти игроки, кто сейчас говорили, будут их заменять. Поэтому я жду очень сложную игру там. Посмотрим, какие salarii se vor da după meci. Может быть, и заработная плата будет после игры в зависимости от результата. Нормально это. Пожалуйста, вопрос. Почему не тренируется Александр Гладкий? Чик Гладкий, по-моему. Я ловит, încă nu poate. Он получил большой ушиб, и сейчас еще не может пока даже просто пробежку делать. Ну, va fi pentru meciul de duminică. Не будет готовиться на эту игру. Как себя чувствует Малышев, Грин? Малышев в первом тренировке, который первая тренировка, который будет в общей группе. Грин уже играл с экипой, с второй экипой. Și va juca în continuare. Играет пока за вторую команду. Будет продолжать пока до конца сезона. După care, pierzând atâta timp, face tot ce e posibil să-i găsim, să joace undeva. Найти ему команду, где он мог бы иметь игровую практику. Здесь мало играет. Sunt probleme noastre. Probleme внутренние, которые мы пытаемся решить здесь, на футбольном поле. No, pentru că exact discuți că unii să fie mulțumiți pentru cele 15-20 de minute în final. Am comis greșeli imense. Кто там может довольствоваться теми 15 минутами, которые мы сыграли в конце, поэтому я их предупредил об этом. А мы допустили очень большие ошибки. Totdeauna riscul cu mai ales cu jucătorii brazilieni este că ei joacă faza ofensivă și obișnuiți să joace faza ofensivă. Пока еще бразильцы только привыкли выполнять атакующие действия и меньше обращают внимание на оборонительные действия. Ну, Поэтому ну, я тот. Обращаю внимание Чей на не все, конечно, но вот новички этим грешат, честно говоря. Довода, что Азеведо participал на 3 гола, але... Если взять але... пример, Реал Мадрид. Азеведо был причастен к 3 голам. La primul... S-a uitat după minge în loc să-l anticipeze pe Ronaldo, care ataca spațiul de joc. El s-a uitat. La al doilea a atacat precipitat și îi fac observații tot timpul, că în apărare trebuie să fie liniștit. A primit mingea între picioare și Carvalho a marcat gol. Nu știu, și al treilea. Dar în orice caz, asta nu contează prea mult. Sigur că am avut, sunt niște probleme care trebuie rezolvate. Probleme de caracter care trebuie să abordăm, că noi сейчас și делали перед тренировкой. Pentru că în campionatul Ucrainei jucăm foarte mult în atac, în meciul Champions League, toată echipa trebuie să știe să se și apere și să respecte mecanismele defensive. Это хорошо получается. А в Лиге чемпионов нужно и обороняться всей командой, и знать, и выполнять все механизмы оборонительного характера. Și Rakitski a greșit acolo de două ori, a marcat foarte aproape când eu le-am spus să stea la distanță, pentru că sunt foarte rapizi și Bale și Ronaldo, orice minge pusă peste ei poate să fie un pericol. Определенный, когда он разворачивается, тогда вступать с ним в единоборство. А если ты рядом находишься, любой рывок соперника может привести. Динкомодитате, динкомодитате, а стат аппропе де ел, сигур, что витеза луи Роналдо Бейл не се компара ко луи. Не сравнить скорость Роналдо и Бейла со скоростью Ракитским, они легко уходили от него. Ведь на его, ни на чест меч, ни мечу ку Пари Сен-Жермен, ни жла, но фосто о проблема де de echipă. A fost o problemă de interpretare individuală unor situații de joc. Uite, te hașepcă, că tu remi să verșale, vei tehi grec, duh, serială, mi Paris Saint-Germain, e tot ni на результат повлиял не командная игра, а именно индивидуальные ошибки тех или иных игроков, несоблюдение принципа ведения игры. Дин неатенция, дин липса де концентраре, дин комодитате, дин релаксаре, расслабленность порой была, дин суфициенца, поверхностное отношение к своим обязанностям. Голу патру, паса лой Фред, латерала, ко трей жукатори, каре се прегитал се интерцептезе, огрешала маре де тодна. Сразу же перехват, контратака. Да, коло е ишит и фаза де гол. Бине, не ме ашептам прея мул la Ordețe, în acest meci. Dar și el a comis două erori de poziție. Nu, destul de
нормально сыграл, хотя и совершал ошибки в позиционные. Я в дискотеку еду, проблем не было. Не было проблемы, где критика. Не проблемы, где критика. Не критика, а просто разговор для того, чтобы эти ошибки в дальнейшем не повторялись и делались какие-то определенные выводы на будущие игры. Спасибо. Можно, чи правда, що цікавиться Шахтар захисником Бешикташу, який би ще є? Пеште фондаж для Бешикташа, а Совдичева? Ну, нічим кажучи. Деже Сергей Палінг а факт декларацію фарте клар. Eu am punctat încă la început acestui sezon că Shakhtar nu cumpără niciun jucător. Говорили, în situația în care ne aflăm, тоже подчеркнул недавно о том, что в данной ситуации, в которой мы находимся, игроки покупаться не будут. Se respectă toate contractele, dar jucătorul nu va mai fi. Соблюдаются все контракты с действующими игроками. Ce normal lucru acesta. Есть, но новичков в команде не будет. И это, думаю, что нормально. Tot ce vorbește în jurul echipei noastre, sunt toate vorbe raznic vокруг команды. Слухи, no? Nu mai vorbe. Это больше да слухов, чем подтверждение. În acest fel trebuie interpretată și notiția de informație care a apărut un fanatic în Turcia. N-am dat niciun fel de interviu, nimic. Так же самое прошло. Cum se... Так же самое была новость в турецком фанатике о том, что я горю желанием и буду работать в Турции. Ни с кем я не разговаривал, ни с кем же не переговорил. Cum se întâmplă ceva cu un antrenor al unei dintre primele echipe, cele din Istanbul, imediat numele meu apare acolo. Клуб в Турции, это Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай, сразу всплывает мое имя. Это в данном случае то же самое произошло, скорее всего, без моего ведома.